легально. Если что-то нелегально, я абсолютно, у меня никакого лобби сюда нет, так что они примут решение такое, я и починю. Я хочу соблюдать закон. Но, с другой стороны, чтобы не было иллюзий. Не безразлично судьба здесь. Не безразлично. Если все будет тогда же, как обычно, будет соблюдан ли Саакашвили все правила, от этого люди, жизнь этих людей не встанет слаще. Поэтому мы должны понимать, что администрация решила, а вам нравятся ужасные дороги, а вам нравится, что крадут на казах, а вам нравится, что за каждое оформление земли от тысяч долларов до 100 тысяч, а вам нравится, что они богатеют и люди беднеют. Вот все. Это важнее вопрос, чем то, какую норму закона до конца может выполнять или не выполнять губернатор. Это кручка, не заниматься крючкотворством, потому что любимое занятие коррумпированной мафии заниматься крючкотворством, а не помогать людям. Вот. Спасибо. И все.